привет! И сегодня в нашем видео обзоре малышка Baby Burn от компании Zap Creation. Очаровательная малышка предназначена для девочек старше 3 лет. Материалы, из которых изготовлен набор, это текстиль и пластик. Размер самой куклы-младенца 43 на 18 сантиметров. Она не тяжелая, у нее закрываются глазки, а также подвижные руки и ноги. Малышка одета в комбинезон и шапочку, а еще у нее есть браслет. Но, пожалуй, самое интересное – это то, что кукла может пить и кушать, плакать и пользоваться горшком. Для этого в комплект входит целый набор по уходу за младенцем. Здесь есть пустышка, горшок, тарелка с ложечкой, памперс и бутылочка. В комплекте вы также найдете альбом, где ребенок сможет записать имя, рост, вес и дату рождения своего пупса. Куклу можно купать, сняв ее одежду. Далее нужно набрать воды в бутылочку, положить куклу, снять колпачок и напоить. После этого малышка может плакать, если слегка нажать на правую ручку. А чтобы она сходила в туалет, нужно нажать на пупок. Кроме этого, куклу Baby Burn можно кормить специальной кашей, которая входит в комплект. Ее нужно развести водой и с помощью ложечки накормить. Если после этого нажать на пупок, то кукла тоже сходит в туалет. Игрушка с реалистичными функциями будет развивать навыки ухода за малышом, а также чувство заботы и сопереживания. На этом все. Пока-пока!